Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. В этом уроке я вам покажу полезный плагин, который позволит создавать минифицированную версию для файлов CSS и JavaScript. Давайте установим плагин. Называется он Minifier. Установим этот плагин. Теперь заходим в нужный нам файл. Активировать данный плагин мы можем тремя способами. Зайти в меню «Правка» и нажать «Minify», либо же с помощью горячих клавиш Ctrl-M, либо нажав правой кнопкой мыши в документе и нажать «Minify». Давайте активируем плагин. И мы видим, у нас слева в меню файлов создался файл main.min.css. Открыв его, мы можем увидеть, что у нас создалась минифицированная версия нашего файла в стиле, которую, конечно же, рекомендуется использовать в конечном проекте для того, чтобы сайт загружался намного быстрее. Это очень полезный плагин, который позволит нам создавать минифицированную сжатую версию файлов CSS и JavaScript, и нам не придется искать онлайн-сервисы, которые делают то же самое, и тратить на это дополнительное время. Ставьте его, используйте, и до новых встреч в следующих видео. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии и переходите к следующему видеоуроку. Спасибо за внимание и до новых встреч!